Кто-то стучится в дверь. Ах, сейчас. Привет, ты уже приехал? И зачем я спрашиваю? Ты же тут стоишь. Ах, забудь. Проходи, у меня есть сюрприз. Ты знаешь, что я хочу стать учителем? И я вспомнила наш разговор, ты сказал, что хочешь научиться рисовать прям как я. Теперь я твой учитель, а ты мой ученик. Правда здорово? Ответ нет, не принимается. Я для кого все это делала? Отлично, ты согласен. Та-дам! Правда тут здорово? Я разделила эту комнату на три зоны. Две из них — это практика, а третья — это сюрприз. Давай начнем. Меня зовут Скай. И я твой учитель, а ты мой первый и единственный ученик. Но это не значит, что я плохой учитель, верно? Я, конечно, не художник, но я буду лучшим учителем в твоей жизни. С чего начнем? Эй, ты что, уснул? Любишь книжки? Представь себе, я прочитала все эти книжки только ради тебя. Теперь я могу ответить на все твои вопросы. Портрет — это художественное изображение человека с передачей его внутреннего мира. Поворот головы на портрете может быть анфасом, четвертью поворота, в три четверти, в полоборота, профиль. Человек на портрете может быть изображен по грудь, по пояс, по бедра, по колени и в полный рост. Техника выполнения портрета может быть разной. К примеру, портрет может быть масляный, карандашный, пастельный, акварельный и сухой кистью. Сухой кистью – это когда краску наносят на фактурную поверхность. Портрет может быть академизмом, реализмом, импрессионизмом, поп-артом, кубизмом. Импрессионизм – когда в портрете воспроизведено личные переживания и впечатления художника. Кубизм – построение портрета с помощью комбинаций геометрических фигур. Академизм – это направление, основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства, античности и возрождения. Я знаю ответ на любой вопрос. Ну, задавай дальше. Ну, есть много разных видов портретов, но я расскажу основные. Групповой портрет – это изображение на портрете более трех человек. Донорский портрет изображает вложившего деньги в церковь. Жанровый портрет – изображение на портрете небольшого сюжета. Костюмированный портрет, когда человека изображают в виде какого-нибудь героя. Парадный портрет, показывающий человека в полный рост. Портрет-прогулка – изображение человека, гуляющего на природе. Посмертный портрет – изображение человека после смерти. Ну и карикатура – это юмористический портрет. Еще есть вопросы? Я не могу знать всего, задай другой вопрос. Серьезно? Кактус? Задавай вопросы по теме. Но я хороший учитель, поэтому отвечу. Это гимнокалицум Миханович, разновидность Фридриха, ну или просто Вова. Знаешь, а ведь это был самый лучший день в моей жизни, спасибо тебе. А вот это твоя оценка, 4. Потому что нельзя задавать вопросы, на которые я не знаю ответа.